Нерюнгринский район с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства республики Игорь Никифоров, курирующий вопросы программы переселения и сноса аварийного жилья. Какова же ситуация в районе по объемам строительства новых домов, расскажет Галина Якимчак. Лето 2016 года выдалось аномально дождливым. Это нарушило сроки строительства и сдачи в эксплуатацию некоторых жилых домов. Помимо этого, администрация города Нерюнгри столкнулась с безответственностью застройщика и подрядчика, возводящего два девятиэтажных дома в квартале Сосновы. Подрядчик нарушает сроки и уже нарушает их серьезно. Здесь будем посмотреть, принимать решение, или же на вторичку частично выйдем. Ясно, что на конце года эти дома не сдаст, это уже понятно. Впереди же новый виток развития программы переселения граждан из аварийного жилья. С 1 сентября 2017 года в силу вступит новый ее этап. На сегодняшний день 55 многоквартирных жилых домов, они не признаны аварийными, но по факту они такими являются. К концу года разработаем местную муниципальную программу за счет пока местного бюджета по переселению людей из аварийного жилья. Помимо прочего, Игорь Никифоров посетил готовящийся к сдаче в эксплуатацию интернат для учащихся республиканской школы футбола, где оценил проведенную работу. Также с этим визитом наконец нашел решение жилищный вопрос студентов медицинского колледжа, которые обратились за помощью к Игорю Никифорову лично. Это здание будет находиться по Чурапчинской, Чурапчинская 21 или 22, сгоревшее пятно. Именно на это пятно двухэтажный будет объект, очень неплохой. И мы ставим задачу, что в этом году уже будет готова коробка. И в первом квартале, вообще берем худший вариант, первый квартал, будет уже введено. То есть уже во втором учебном семестре они могут там уже быть заселены. Во второй части визита Игорь Никифоров провел совещание в Южно-Якутском технологическом колледже в качестве председателя координационного совета угледобывающего образовательного кластера, а также ряд закрытых встреч с главами поселений. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.